Новая игровая площадка для детей занимает около 200 квадратных метров. Элементы городка производились из экологически чистых материалов. Натуральные деревозащищающие пропитки и красители позволяют значительно увеличить срок службы деревянных изделий. Одним из, считаю, из уникальных свойств этой площадки является ее взаимозаменяемость. То есть она работает по принципу конструктора Лего. Можно что-то дополнять в будущем, что-то заменять. Надеемся, что наша площадка будет нравиться в первую очередь нашим детям, подрастающим анапчанам. В детском городке будет зона и для родителей. Установят лавочки, чтобы те могли наблюдать за своими детьми. Уже завтра площадка будет готова принять своих первых маленьких гостей.